палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Всем привет, в эфире программы «Твое ТВ» и с вами Алиса Новикова. Ой, а кто тут? Вы только посмотрите, кто к нам прибежал. Ёжик-то ёшкин. Привет, Алиса. Привет, ребята. А что это ты тут рисуешь? Все дети и взрослые обожают мультфильмы, ведь это настоящая магия. Картинки двигаются, разговаривают, танцуют и поют. И мне захотелось попробовать создать героя своего будущего мультфильма. Но кажется, такое волшебство у меня не получится. На самом деле, Алиса, создание мультфильма, хоть и кропотливый процесс, но не такой уж и сложный. Для создания мультфильма нужно не так много. Свободное время, фантазия и желание. Остальное можно найти под рукой или в интернете. Ну, судя по моему рисунку, фантазия у меня не такая, как у ребят из детской студии анимации. Кстати, в Мегионе состоялось самое яркое культурное событие года. Что занимает современных детей с самого детства настолько сильно, что они с трудом могут оторваться? Ну, конечно же, мультфильмы. В детской художественной школе Мегиона царит атмосфера творческого полета. Ребята погружены в создание волшебного мира. Объединил юных мультипликаторов фестиваль детского анимационного кино «Таёшкины сказки». В этом году фестиваль собрал самое рекордное количество работ. Более 300 мультиков прислали ребята из разных регионов России. А также к ним присоединились участники из Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Во всех сюжетах темы, которые волнуют ребят, проказник Кеша. Так называется мультфильм, который сняла на телефон и самостоятельно смонтировала Софья Гаевская. Картина рассказывает о том, что получится, если поддаваться чужому мнению. Кеша, как там на улице? Там чечеса, там леший бродит. Где? А ну, показывай свой дневник. Не ори на меня! Нахватался ерунды на улице. Не пущу больше гулять. Идею я взяла у мамы. Она всегда, ну, она работает на такой профессии, где дети рассказывают о своих причинах. Потом она приходит, и я понимаю, что это, ну, главное, чтобы у меня так не произошло. И вот, у меня такая идея тоже возникла. Снять это. Смелый авторский взгляд Софьи жюри фестиваля отметила специальным призом. Ничего себе! Получается, Софья сам себе режиссер, художник, аниматор, и озвучка тоже самостоятельная? Круто! А этому мультфильму жюри конкурса присудили второе место в номинации «Дом там, где твое сердце». Ребята из художественной школы Мегиона проиллюстрировали традиционный праздник народа Ханты – Вороний день, знаменующий приход весны. «Вороний день» – красочный фильм, такой яркий, мне он очень понравился. Про весну, как приходит весна, как ворона ее приносит. Всем классам придумывали все и вот создали. Молодцы, ребята! Хорошая командная работа получилась. А еще для повышения уровня мастерства для всех гостей фестиваля преподаватели детских студий провели творческие мастер-классы по анимации. Полученные знания участники сразу же применили на практике. Их совместным итоговым творением стал фильм «Лесная школа». Праздник в лесной школе! Приглашаю всех на праздник! Фыр-фыр-фыр! Эх, а меня не позвали, потому что я ничего не умею. Пойду все же посмотрю, что там делают. Ого! Сколько грибов? 4! Молодец! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, раз, два! Внимание! Почему ты грустишь, ёжик? Я ничего не умею. Я уверен, ты точно что-то умеешь. Ну, я умею готовить. Тогда приготовь нам что-нибудь на праздник. Ну, ладно. Готово. Мерси. Спасибо. Благодарю. Карр. Ого!
вкуснотища. Молодец, ёжик, праздник удался. В этом году «Таёшкины сказки» прошли уже 6-й раз, и с каждым годом фестиваль становится представительнее во всех смыслах. Общение со сверстниками и с признанными мастерами мультипликации помогает ребятам раскрывать все грани своего таланта. Самое вот приятное в этом деле – видеть, когда ты вложил вот маленькое зернышко в знание ребенку, и видишь, как этот росточек вот растет, и ребенок развивается, и, в общем-то, съемка фильма – это очень трудное, кропотливое занятие, причем занятие коллективное. И вот когда ребенок в конце все-таки видит результат проделанной огромной работы и рад этому результату, вот, на мой взгляд, это самое главное на фестивале. Не столько награды и победы, как вот то, что тебя признал зритель. Я тоже думаю, главная награда – это все-таки те, для кого ты создаешь эти мультфильмы. Ребята, признавайтесь, а у вас был в юном возрасте любимый мультфильм, который вы никогда не пропускали? Был-был, по глазам видим. А я до сих пор помню один из таких мультфильмов, от которого не могла оторваться. Предлагаю нашим зрителям вспомнить название любимых мультиков или героев и поделиться в комментариях нашей группы ВКонтакте. С вами были Алиса Новикова и наш замечательный ежик Таёшкин. Всем пока-пока!